Доброе утро, друзья! Сейчас в Шарм-эль-Шейхе 6 часов утра. Солнышко уже встало, греет, собираемся идти на море. Посмотрите, какой замечательный вид. Весь персонал отеля уже на ногах. Поливается, убирается все. Море в Египте. В нашем отеле с 8 часов утра. Бассейны тоже. Поэтому сейчас идем на завтрак. У нас все включено. Трехразовое питание, шведский стол. Поэтому сейчас в ресторане мы вам покажем, что же такое шведский стол в Египте.